То есть я в свое время тоже начал анализировать успешных предпринимателей, да, опять же, для того, чтобы научиться их притягивать таких же. И я заметил, что у всех успешных предпринимателей, которых я знаю, у них у всех один и тот же паттерн поведения. Вот. Я даже думаю, что это сформулировать в какую-нибудь статью, знаешь, типа как гарантированно построить миллиардную компанию. Интересно. Вот. Причем этот паттерн очень простой. То есть ты сначала выбираешь направление, в которое ты хочешь идти. Да? Направление, в котором ты готов, вот, представь, потратить всю свою жизнь на это. Uh-huh. А дальше в рамках этого направления ты становишься серьезным экспертом, да? Потому что тебе это интересно, ты все больше и больше становишься экспертом. А дальше ты делаешь, ты запускаешь процесс создания чего-то путем итераций. Да? Обычно хорошая итерация – это там 2 недели. Да? Нет такой идеи на Земле, которую бы нельзя было проверить за 2 недели. Даже если ты хочешь лифт на Луну построить, ты за 2 недели можешь нарисовать там предварительный чертеж, сделать расчет, поговорить с 20 экспертами, да, и прийти с четким пониманием того, как этот лифт можно построить. Или, наоборот, нельзя построить. Да. Вот здесь очень важно является, что чем меньше по времени занимает эта итерация, тем больше итераций ты можешь последовательно сделать, не боясь и понимая того, что, опять же, чем меньше итераций, тем меньше тебе страха выбросить то, что у тебя уже есть. И это очень важно, потому что по статистике, там, вот, опять же, тебе нужно там, от 20 до 70 итераций для того, чтобы найти вот этот product market fit. Я редко знаю людей, которые меньше, чем за 20 итераций справляются. Но что такое 20 итераций по 2 недели? Да? Там, это серьезная работа на пару лет. А при этом очень часто я вижу, когда предприниматель, имея какую-то идею, он потратил на реализацию, вот на эту итерацию, например, там, год целый. Он сделал идеальный продукт, но этот продукт особо не нужен. Да? Если ты потратил 2 недели на это, ты выбросил, ну, я себе обычно, мой прием хитрый, я говорю, что я это не выбрасываю, а я это кладу на пол. И у меня есть специальная полка, забитая вот этими нереализованными идеями, которые, надеюсь, когда-нибудь вернусь к ним. Таким образом, не так тяжело психологически. Но суть заключается в том, что ты кладешь на полку и начинаешь с нуля. И положить на полку результат 2-недельного труда вообще не проблема. Положить на полку результат годового труда очень сложно. И предприниматель в итоге тратит еще год, 2, 3, 5 на попытку спасти неправильный продукт, потому что ему просто жалко было его бросать изначально, когда он его делал. И я так много предпринимателей видел, неуспешных, которые или слишком много времени тратят на эту итерацию, и у них не получается итерировать правильно, или слишком зависимы от своей итерации, или они слишком зависимы от неудачи, связанной с тем, что они кладут на полку. Это как, вот, представь, если когда ты начинаешь рисовать как художник, тебе первый твой рисунок кажется гениальным, да, ты не хочешь его выбрасывать. Ты там все свои первые наброски, значит, собираешь вместе. Говори, я пока иллюстрирую. А ты же сам знаешь, что хороший прием для там, что писателей, что художников, просто рисовать и выбрасывать, рисовать и выбрасывать, не привязываться к результатам своего труда. Да. То же самое касается предпринимателей. Придумывать гипотезу. 2 недели ты живешь только одной этой гипотезой, у тебя нет никаких других дел, никаких других вариаций. Пока ты в этом моде проверки гипотезы, ты занимаешься только ею. Да? У меня там, когда я вхожу в этот мод, я там не ем, не сплю, ни с кем не общаюсь, кроме этой идеи, потому что все, у меня больше в голове ничего нет. И ты за 2 недели в таком сфокусированном режиме можешь проверить любую идею. Соответственно, проверил, не работает, положил на полку. Взял следующую, проверил, не работает, положил на полку. Там, ты знаешь, Инстаграм был в 70-й или 70 какой-то итерации вот по такому принципу. Абсолютно все предприниматели, с которыми я общался, они все действовали по такому принципу и все добились успеха. То есть я берусь утверждать, что если ты движешься по этой методологии, то ты всегда добьешься успеха. Вопрос только, когда это произойдет. Более того, опять же, статистически на это нужно порядка 2-2,5 лет. Большинство предпринимателей сдаются где-то через 1.5 года, они прокисают. Слишком рано. Да, то есть если вы готовы следующие 2 года жизни потратить на то, чтобы каждые 2 недели проверять очередную гипотезу и изучать, то я вам гарантирую, вы добьетесь успеха.
стартап.